122. Наверное, да. Так, пошли быстренько, сейчас машинок возьмем, так давай. Слушай, мы исламисты или кто? Мы американцы. Да, посмотри на нас, как мы летим. Как мы летим, сидя. А это нормальная анимация. Ваша забагала. Если что... А мы медленно поедем просто. Что, садимся все-таки? Садимся пока. Ну, машину оставим Паше и отряду. Сейчас. А мы подошли, мы уже вот она. Так, вторая машина, мы дальнюю взяли. Да. Ага. Сел, поехали. Кайф. Я могу ломать за... Вторую машину возьмем? Да, я на снял. Как хочешь. Я внутри. Может через грады проедем? По окружности. Да, ну, мы я... так, скорее всего, мы сейчас так и поедем, скорее всего, Паша. Тут. Я не страдаю, ага, прям, прям уже. Первым делом надо вот аэрокраун, что ли, потом уже градом заниматься. Да, да. Ну, я тем не знаю. Сэтчел завожи. А, сэтчел завожи, нет. А чё, тут врага нет? Чё-то едет рядом с ТРК. Чё-то завелось. Да. А! Это враг! Мин. Стрелок, давай сейчас стреляем. Это ещё трое. Да я знаю, это я ездил. Я его пытаюсь задавить. Убей его нафиг. Так, минус один. Есть, я его задавил, по-моему. Сейчас проверим. Там двое было, слышь, там двое было.
закладываться. Тебя в доме меня ранил. Надо. Враг на 120 был. Вот заборчик одел, гасил его. Так, ОТРК это вот эти грузовички, что ли? Да-да. Который из них взрывать надо, или я двое? Ну, короче, я взрываю. 30 секунд поставил. Это ты на кого поставил? Который запад. Что-то они как-то вяло оборонялись. Весело было, чё? Какая аптечка есть? Нет. Какая аптечка тут, эти... Так, ёпа. Ой, ёпа. Ой, это прикольно. Жесть. Наша красава. Чё красава, я... А ты был на подошел? Этом, на машине? Давил пехотинцев? Да. Я, да. Сбил меня собака. А ты что там сидел? Да блин, я уже у тебя скрывался, короче, мне тут маслины прямо в спину уронили. Ты меня сбил в итоге. Ну я выжил, такой встаю, вот начинаю мочить, меня уже в спину кто-то добивает. Наверное, ты выжил, добил. Может, стоял? Да у вас там какой-то пипец происходил, никто ничего не мог понять, все пытались, что у него рации не работали. А, вот почему. У них там КВС не было вообще. КВС-ок не было? Да. Ну, они не продолжались, поэтому ко мне вроде везде были. Ладно, проверим. А что там за раздетый лежит? А это у меня баг был с черной текстурой перед лицом, что с раздетой. Ну, я с дома приходил. Да, в этой в армии 3 там искра играется еще бодрее. Да, Сдони? Сдони? Первую цель уничтожили быстро, а вторую фигово. Ну это всегда так. Поэтому всегда на первую цель оборону все силы клала, и атака тоже все силы. Трофейной техники. Карсти в шоке. Ну, сейчас надо было подготовить РПГ. Ой, сейчас он выстрелит, убьет себя. Баба. Упал? Да непонятно.
Вышел, короче, больше нечем. Ух, да как они сгорели. О, как удачно дом за гранат пустил. Угу. А чё он вышел, как гитара? Чё, все синие слились? Ну, он один на улице. Без сознания. Там один. Один остался. Пошёл, Рапсар. Да, сейчас Гонза его по спину. Yeah. А когда Сексар вышел, он практически под ногами граната взорвала. Ну, бывает, бетер за. А вы смотрите. О, господи. Где? Чё? В спину, в бочке этого наливной Гонза. А бочки снимал? Внизу. Он по кругу бегал. Он с гранаты сначала выкурил. Я-то это по АВ работаю, я думал это враг, а это свой оказывается. Не-не, там враг. АВ нет. АВ убил. АВ убил? А, ты АВ убил? Короче убил, ух да. Ты. Да. Что этот град не берет вообще? Я так по граду прошел с КПВТ, а ему фиолетово вообще. Ну что, смотри, он поджарился. Ну чё-то вообще не ощутил. А я не понял, 113 как? Она, то есть она от одного попадания взорвалась? Да, или гонза? Она сначала загорелась, 113, и поехала дальше, а видать водила там в бессознанке. А, была. Вот как. Почему один снаряд, да ещё сбой бетер ещё сжёг? А там... А в бетере никого не было. Рубите, да, наверное. Да вы приехали. Я выбил. Сейчас... Не, я приехал, отработал, убежал, меня огонь рубил. Когда убьют кого-нибудь из них. Как ты выжил вообще? Я, да. Тебе две гранаты закинул, пострелял, поднял. Ну, не знаю, так. Читер ты. Ну ладно, я еще рюкзаки им добавлю, потому что без рюкзаков им хреново. И РПГшки хотя бы два снаряда. Да, да, да. А было два или у тебя один? Один у меня был, я вот выбил МС-13, она уехала и взорвалась. А, огонь. Ну, а рюкзака не было у тебя? Ну, нет, не было все. Ничего. Ну, вот, рюкзак да, изначально это... внутри бетера был какой-то лежал. Сумка. Такие вообще не интересно. Ну, так, а как бы на другом респе было. Реально, почему не КПВТ не взорвало это грады? РХС. Понятно. Более отчаяние. Во второй армочке-то это было вообще всю жизнь. А в жизни так тоже техника реагирует на попадание? Не совсем. С какого-то, я думаю, этот Урал бы вообще разложил нафиг. Стрелял бы там, где эти грады, эти снаряды и все. Причем через забор бы даже. Их даже видеть не надо было. Мы с снаряд в этот, в... Как? В оружие, короче. Да я вообще во все стрелял, вон там просто... забор просто расстрелян, дырки в дырках есть. Ну колеса ты сломал. Ну колеса я, блин, просто работал, и колеса сами падали. А ты подвигатель пробуй в следующий раз работать. Да я, нет, я вообще в принципе прошелся по нему. Я почему просто... ты не рубишься, кстати? Вы все синие мертвы. Там АВ. Там АВ и Гонза работают. Они друг на друге знают. Кто-то из них умрет, должна миска сама рубануться. То я думаю, проблема. Ну руби, они так лазят. Понятно. По скайпу бегаю. Дай сюда. Опять клапан там АФКшит стоит. Че, его через забор достал? Нет. Нет. Там бегал. Ручками. Зарубили.